В драматическом театре состоялась премьера новогодней сказки «Золушка». Ее сюжет имеет множество воплощений в фольклоре народов мира. Автор данной постановки, заслуженный артист России Игорь Булыгин, рассказал, что, несмотря на схожий сюжет, сказка в исполнении тагильских артистов все-таки отличается от привычного варианта. У нас, например, фея не была у Золушки с момента ее крещения, а у нас нет родителей Золушки вообще. И я бы так сказал, в этой сказке вообще нет борьбы добра и зла, здесь все добрые. Сводные сестры Золушки Мадлен и Аделаида в исполнении Светланы Кравченко и Любови Тимофеевой своей харизмой поражают зрителя с самого начала спектакля. По нутру они очень отдаленно напоминают, возможно, нас в детстве, да, Люба? Ну, вы знаете, когда начиналось, как бы казалось, что нам будет, мне казалось наоборот, что это будет легко, так все задорно, весело. Но когда уже вышли на площадку, вот началась вся эта беготня, такая усиленная работа, танцы, все. И, знаете, стало маленечко тяжело, но мы бодримся, мы стараемся, чтобы это все казалось легко. И непринужденно. В сказке задействовано 19 артистов. В спектакле звучит 12 музыкальных композиций. Увидеть волшебство своими глазами тагильчане могут до 8 января. Николай Палкин, Михаил Корзняков, Павел Соложнин. Новости Тагил ТВ.